На завальном кладбище Тобольска разрушаются памятники знаменитым людям. Речь, в частности, о надгробиях декабристов Александра Муравьева и Фердинанда Вольфа. Неухоженными выглядят и другие захоронения на туристическом маршруте. Депутаты Гордумы потребовали назначить ответственного за состояние мемориальных могил. Руководство местного ритуального предприятия ссылается на отсутствие средств. Менделеев, Ершов. Мы периодически обновляем только надписи краской, чтобы видно было, что это могила знаменитых людей. А так содержать и ремонтировать у нас нет на это средств. Проблемы на погостах Тобольска на этом не заканчиваются. Депутаты побывали еще на одном кладбище, Алимасовском. Там, как выяснилось, люди пытаются отгородить большие участки для семейных усыпальниц. Это решено прекратить, а контроль над распределением земель усилить. Планируется ввести электронную систему учета. Программа такая стоит, со слов директора, порядка 1,5 миллиона рублей, то есть необходимо изыскать эти деньги, все-таки завести электронный учет, чтобы пришли люди через 10 лет, через 20 лет и могли найти своих родных.